У нас есть форма цитирования. Мы клацаем, значит, клацнуть можно в разные места. Если мы клацаем сюда левой кнопкой мышки, мы процитируем комментарий. Ctrl-V. Вот здесь получается страница бумажной книги. А если мы клацаем сюда, то будет, собственно, форма цитаты. С главой. Тут не видно. Ну, в общем, она есть. Так. Вот. Глава. А есть еще одно место. Вот если мы сюда клацаем в общем, номера шлок, то мы получим номер страницы. То есть тут есть разные места, куда можно клацнуть и получить разную полноту сведений.